Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 года. Вот в этом самом доме. Сейчас на экране вы можете видеть и ту самую комнату, в которой юный Пушкин провел 6 лет, обучаясь в Царскосельском лицее. Здесь поэт пережил события Отечественной войны 1812 года. Здесь впервые и открылся его поэтический дар. На картине Репина можно увидеть Пушкина на лицейском экзамене в Царском селе, читающем стихи. Еще при жизни поэты стали именовать гением, называли первым русским поэтом, но самую емкую характеристику предложил в 1859 году Аполлон Григорьев, а Пушкин – наше все. Сегодня день рождения Александра Сергеевича, и сегодня мы читаем стихи в честь его дня. Завтра же мы будем читать эти стихи уже просто так, без повода. С праздником, великий поэт!